Добрый день, трейдеры, и добро пожаловать на курс Азбука Форекс. Давайте начнем с урока 1. Что такое Форекс? Прежде чем мы начнем, ознакомьтесь с предупреждением о рисках. На нем раскрывается информация о рисках, связанных с торговлей на финансовых рынках. Продолжая просматривать это видео, вы подтверждаете, что знаете об этих рисках. Итак, начнем. Что такое Форекс? Валютный рынок, который обычно называется рынком FX или Forex, является крупнейшим финансовым рынком в мире, и он действительно огромен. Вы слышали о Нью-Йоркской фондовой бирже, объем торгов которой составляет 28 миллиардов долларов США в день. Но на самом деле это крошечный объем по сравнению с рынком Forex, с ежедневным оборотом более 5 триллионов долларов США. Рынок Forex открыт для трейдеров 24 часа в сутки, 5 дней в неделю и включает в себя все основные торговые сессии по всему миру. Активно торгуясь на различных сессиях, рынок Forex может предложить вам огромное количество свободы, позволяя вам управлять своим временем и подстраиваться под ваш график. Итак, что же торгуется на рынке Forex? Простой ответ – иностранная валюта. Вы можете совершить сделку как на покупку, так и на продажу валюты. Стоимость этих валют может колебаться в результате реальных событий в таких областях, как экономика и геополитика. Предположив, в каком направлении будет двигаться курс, вы сможете получить прибыль. Но помните, с возможностью приходит и риск. Вы также можете потерять свои вложения. Символы валют всегда имеют три буквы, причем первые две буквы указывают название страны, а третья буква показывает название валюты этой страны. Например, USD. Это доллар США, GBP – это британский фунт стерлингов, а GPY – японская иена. Многие люди покидают свои высокооплачиваемые должности, планируя сделать инвестиции на рынке Форекс основным источником дохода. Сейчас больше частных трейдеров Форекс, чем когда-либо раньше, и это число растет с каждым днем. Трейдинг может облегчить вам жизнь и в других аспектах. Оперировать валютой или контрактами на разницу CFD вы можете в любом месте, где бы вы ни находились, в любое удобное для вас время. Все, что вам нужно, это интернет-соединение. Также важно использовать универсальную торговую платформу, такую как MetaTrader 4, о которой мы поговорим чуть позже. Помимо возможности заработать, рынок Форекс может дать вам и то, что вы любите больше всего. Вы можете сами выбирать, когда начинать и заканчивать рабочий день. На самом деле вы сами можете решить, нужно ли вам вообще идти на работу. Важно помнить о том, что сумма прибыли, которую вы можете получить, полностью зависит от вашего понимания этого рынка. Прежде чем приступать к торговле, важно выбрать надежного партнера, такого как Admiral Markets. Очень важно проверять все условия, прежде чем вкладывать реальные деньги. Admiral Markets UK регулируется управлением по финансовому регулированию FCA в Великобритании. FCA считается одним из сильнейших финансовых регуляторов в мире. Вот и все. Увидимся на следующем уроке.